Друзья, привет! Вот такой вот интересный у меня случай тут произошел. Короче, это общественная баня, и здесь горячая вода, очень-очень горячая. Вот, я поставил счетчики, и вызвали меня, что из-под счетчиков капает. Короче, я пришел, сейчас покажу. Стояли у меня такие силиконовые прокладки. Вот видите, они все хорошо обжаты, что с одной, что с другой стороны. Первый раз я сюда пришел, именно на горячей воде, подтянул прокладку, ну, потому что капало. На следующий день опять капает. Ну, вот я на следующий день тоже пришел. Короче, как получается, здесь до такой степени горячая вода, что днем, когда пользуешься, все металлические части у нас то ли расширяются, то ли сужаются. Ну, короче, суть такая, что ночью, когда воду отключают, прокладка ослабевает, хотя она у меня изначально была затянута, потом второй раз я прижал, когда она подкапала, опять ее подтянул, и вот сейчас опять, как ночь, начинает, короче, она вот капать вот. С утра заметили, поставили ведерко и капает. Вот поставил паранитовые. Так что имейте в виду, что вот эти силиконовые прокладки, если у вас очень горячая вода, а здесь так как баня, здесь вода, по-моему, до 90 градусов греется. Так что, если у вас очень-очень горячая вода, силиконовые прокладки не ставьте. Видите, она как обжата была. Фокус. Здесь тоже была хорошо обжата. Здесь, вот видите, она была полностью хорошо обжата. Переверну. И вот здесь полностью она была нормально хорошо обжата.